Привет, друзья! Опубликованы кадры преодоления российским танком Т-64 минного поля американских мин типа М-70 и М-73. Оба типа мин сейчас использует армия Украины. Мины выпускаются в противопехотном и противотанковом исполнении и внешне не отличаются друг от друга. Мины устанавливаются системой дистанционного минирования РМС на расстоянии до 24 км. Доставляются они 155-мм снарядами М-41 и М-718. Каждый содержит 9 мин. Я про эти мины уже все выяснил. М-70 и М-73 75 года на вооружение армии США устанавливаются 155-ми снарядами. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.